Вот определите, где мы находимся. Вот рядом это вот монастырь, да, Знаменский. А тут идет мост большой. И мы все обошли негде, негде. Пришлось так вот все-таки перебраться сюда. И сейчас мы идем на... Здесь кладбище было. Ну, а теперь отстроили все. Мы сейчас посмотрим, что тут есть. Вот оно, как идет. Упирается дальше. Ступенями, ступенями вверх. Везде флажки. Так, идем сюда. Рядом. Вот так. Что здесь есть? Тут все огорожено. Для воды. Течет. Какие-то, видишь, дети изображены. Какие-то черные. Это Нагорный парк. О, закрыто. Как же так? Сейчас мы посмотрим, что он означает. А тут мы подойдем сейчас. Поглядим. Нагорный парк. Служила в 30-х годах. Ну куда она делась-то? Сломали. Вот она внизу. Как это все было. О, Бога, все это в одном дне. Выставка движения народного хозяйства была здесь. Это я знаю. Вот она уже как поглядела. Павильон в ВДНХ. Вот она, мостик как идет. Объект временно приостановлен. Ну и что? Приостановлен. Что, нельзя разве зайти-то туда? Не знаю. Нам это ничего и не надо. Деньги платить мы все равно не будем. Давай. Вот на мосту. Уже кончился этот. Они пошли назад. Вот она где у нас. Подожди, подожди. Давай сюда. У меня потерялся. Ой, я сейчас сделаю это светлее. Ну все, пошли. Мы никому не мешаем. Мы пришли на кладбище и к храму. Нам выставка не нужна. Вот так. Стой-ка я. Постой. Вагончик. Вот. Оказывается, тут переходной мост подземный. Обратно-то, чтобы идти где. Никого нет сегодня, мы одни. Нас не посчитают вне закона. Везде фонари горят. Вот тоже там открывается, видимо, ходит. Пошли. Какие-то ступени, видимо, выливали здесь из мелкого. По ступенькам-то легко. А когда ступенек-то не было, как было? Изумали кладбище, я видел, кости валялись. Могилы разрывал бульдозер. Ого-го. Вот оно, вниз посмотреть. Где?
Никого нет, большие площадки. Тут, конечно, отдыхать можно. Барнаул 19 века. Уже залезли мы. Можно было посмотреть. Тут больше никогда я не буду. Вернусь назад. Пойдем в Уражганщик. Посмотрим, что там они написали. У них какие-то сведения, которых, может быть, мы не знаем. Смотри, какая площадка. Из какого все сделано. А тут проход к площадке. Ой, мой хорошенький. Пойдем посмотрим. Один с бородой, другой без бороды. Это уже более позднее. Барнаул 19 века. Никто не знал, что тут. И кладбище живых не оставят. Вот он, город как. Фролов Петр Кузьмич. Горный инженер, изобретатель, начальник округа. Горный госпиталь, горное училище, благодельность. Вот так вот, хорошие люди были. Дом начальника Алтайского горного округа. Дом. Дом начальника Алтайского. Это духовное училище, вон я. Сейчас там метрополия. Здание горной библиотеки. 19 лет. Все разрушили до основания. А потом еще и нет, сами под нож пошли. Ну это кто же такой? Купца Полякова. Наверное, это или Полякова. Никифорович. Второй городской голова. Предприниматель, очевидно, это он. Ну вот все. Ну вон еще сколько нам лезти-то. А уже сколько залезли. Ого-го, элеватор-то вон он где. Это нам туда потом идти поближе. Мы недалеко от элеватора живем. Никого нет. Чисто. Пойдем. Ох, хороший ты песик. Вот откуда мы ушли, и туда возвращаемся. Назад. Вот он город. А там где-то Покровский собор. А большие дома-то построили, там и не видать его. А вон он. Там, я думаю, можно будет увидеть. Я не вижу там где. Ну так, Покровский собор. Один был в советское время. И то там унижали священников. Проповедь сказать, неси к уполномоченному. И что быть профессором в академии, как Осипов, и чтобы не быть сластями, это детский лепет. Даже намек только один, что меня архиерей какой-то хотел рукоположить, а я заочно дома у Александра Пивоварова, отца Александра Пивоварова, закончил полный курс семинария Матроев. Ну и что? Вон, Барнаул там еще есть, идет. Это как же нам так не повезло. Пойдем еще раз сойдем внизу. Нет, тут не попадешь туда. Это еще надо ниже идти. Везде. Или сидеть где. Пойдем. Вот как на столбах стоит. Как-то завозили сюда.
техника была. Умеют трудиться. А там вот рядом. Вот. Это большие дома. 26 этажей, кажется, с той стороны. Красота какая. Ну, какой город Барнаул. Только одна сторона. А та сторона, куда идем, там совершенно другой, как будто город. Там телевышка. Общественное место. О, сколько мы прошли. Везде флаги. Флаги. В гости будут к нам. Пойдем, ураганщик. Пошли вперед. Вот он молодец. Он знает свое дело. Пошли вперед. Пошли. Вот кран. Фонари, видать, устанавливают. Видеонаблюдение. Мы сейчас пройдем к храму. Большая съемка идет. Эти интервью беру где. Расширяю его. Сейчас нужно добыть канаты. О, речной порт. Оттуда-то мы видели всегда, я первый раз туда так вот пешком залезть. Тут деревья, вот большие, которые остались, видать, тут много их росло на кладбище. Сравняли, убрали, мы идем по костям чужим. Вот тут, видишь, какие лунки. Вот что же они по... Может быть, это даже калина. Нет, похоже, рябина. Так, вон там мы шли, флаги где. Машина, машина, машина. А тут вот самый мост, по которому мы ходили. К нему машины идут. Все везде там было вывешено. Да так осталось, победа в каких городах одержала. Коалиция. Вот тут все, видать, эти быки называются. По три, по три, по три. Вот по три быка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь и три, 21. Стоп. Вот они. Машины какие разворачиваются, как выезжают. И тут для машин есть поехать. Для машин. Вот это да. Вот тут и храм построили опять. Язычок высунул. Вот приезжал тут Алексей Блуждающий. Мы с ним тут были. Люди на всем попадают. То молитву развозить надо, то что будучи неверующим совершенно. Все больше.
по-мирски хотят. Спаси Господь. Вот считайте. Так, с этой стороны. Дальше. Рождество Христово. Святые Живоначальные Троицы. Вот она, вот матушка. А там дальше видно, это город Новоалтайск. Тоже большой, с заводами. Он как-то бы вместе, как будто бы. Ну, на самом деле он отдельно. Другая там администрация, все. Вот так. Что же тут такое есть? Храм Иоанна Предтечи. 14-17 года. Баннер Анатолия Николаевича. Вот он лег. Ну еще, упарился. Святые тут, да, их нас заругают. Пошли. Пойдем. Иоанна Предтечи. Мы все осмотрим, что тут настроили, какие камни поставили. Фролов, это его, видимо, его могила была, ее оставили 726. Ну, знатный человек, его и после смерти уважают. Так, пошли-ка. Это камень какой-то, просто камень. А может быть, что-то и написано на нем. Даже вполне может быть. Да нет, ничего как будто нету. Большие это поля. Это явно, что здесь росли. Кто такой? Разведчик, горный инженер. Погребен на горном кладбище. Думал ли он, что ему так устроит здесь честь такая? Все убрали, а тут и камень, и написали. Вот при жизни человек жил, как правило, не для себя. Это все учитывает Господь. Вот так вот бывает. О, колокола, колокольня, все тут как на скамейки стоят, на каких тумбах. Храм Иоанна Предтечи. Так, подожди маленько. Режим работы. Пойдем-ка сюда. В 2014 году. Ну, вон как дело-то обстоит. Там все загорожено, ничего нету. Мы дальше пройдем здесь. Там разные беседки. Кого нету? Никого. И мы одни с тобой, ураганщик. Вот здесь мы молились с этим, с Алексеем Блуждающим. Зову в Потеряевку, не едет никак. Непонятно, что тут такое. Может быть, даже туалет. Весь участок отдали церкви. Вот так. Вон где туалет, вон. Это не туалет, значит, что-то еще. Вот оно как. Пошли. Пошли домой, ты уже устал.
куда мы проникли с тобой сегодня. 14 мая 2020 года, четверг. Тут какая-то вышка, видно, так надо, на высоте. Видите, сколько здесь. Это же большие средства, труд. Благословенны да будут все трудящиеся. Вот мы. Ну, это видно за пределами церкви, уже к ней не относится. Потому что оградка здесь. Вот туда дальше ничего нет. Так, подожди-ка. Ну, можно маленько пройти. Узнать, что там есть. Там вон тоже какие-то тумбы стоят. Что-то тоже означает. Ух, какой забор блестящий. Ой-ой-ой. Это же натянуто, как пленка. Какая-то, как цветная. О! Скворец пролетел. Это тоже к этому относится, наверное. Вон куда ограда-то ушла. А там машины стоят. Значит, это за пределами этой. Пойдем назад. Больше ничего нет. Храм видать. Тут квадрокоптер это запустили. И оттуда, чтоб слышно было. Хорошее дело мы сделали. Познание больше. Ой, ураган, ураган. Вот там крест, видать, светится. Ну, одной рукой держу, рука трясется. Ну, что тут говорить. И везде одуванчики желтые. Так. А тут заворачивает туда, надо выходить. Тут прохода нету, это как же так? А ну-ка пойдем. Ну-ка подожди. Ураган. Пойдем, может быть, пройдем мы. Эта дорожка куда-то идет. Кто-то же ходил по ней. Все на этом. Вот мы обошли все. И сейчас с Нагорной области. Тут вот как раз кончается. Это. Идем. Давай. Пошли. Давай. Вот так. Везде красные флаги. Вот так. Мы идем в город. Он в низинке. Не знаю, тут как правильно не идем или неправильно. Пройдем. Сплошная линия, поэтому так и идем тут.
рядом. Мы продолжали дорогу. Но трамваев не видать пока. Можно идти. Вот там мы были, там он дома. Мы до них пошли, дошли. И выхода нет, пошли обратно. Обратно пошли. А вот Покровский собор видать. На взгорье идем. С горы так идут. Тут седьмой трамвай ходит. Вот туда, где мы были. Там вон как раз от Знаменский монастырь, видать. Вот так. С этой стороны все застроили. Даже низинка. Трамвай идет. Трамвай с той стороны. Это на Змеиногорск дорога идет. Может быть еще куда. Вот главное, какие. Здесь ничего не было. Здесь просто течет Барнаулка, вон где деревья растут. И ничего больше не было. А мы идем по вот здесь, на трамвайном пути. Давай дорогу тем, кто сзади спереди идет. Вон трамвай идет. Нет, не идет, а уходит. А это вот на мост дорога, с моста. С Барнаульского. Вот она дорога какая. Все идут машины. Куда мы ходили. Перелазили. Ой-ой-ой, куда мы попали, ураганчик. Это 4 здесь рельсы. Вот она дорога. А мы пешком идем. Сейчас я выключу здесь, а то мне не хватит. Вот откуда еще выворачивают на дорогу на эту главную. А вон где мы были. Там вон вышка, которая была. Ну и все, пока. Это Барнаулка, вот дошли до нее. Вот какие мосты стоят. Но там никто и не едет, даже кончается ничем. Не туда провели, видать. Зачем он туда пошел, тоже непонятно. Ну, делали. Теперь он оставлен, похоже, там и следа нету. А это вот этот мост, по которому мы идем. Вот с этой стороны. Это все вот. С горы мы спустились. Вон он там, храм, который смотрели на горе. Я сейчас покажу его на виду. Вон он был. Иоанна Предтеща. Это... Не надо туда. Вода течет. Рыбача даже течет. Вот так, пошли. Вон через эти ветви видно этот Знаменский монастырь. Вчера мы здесь доходили до этого места. А сегодня мы продолжаем дальше.
вот там, где филармония. А теперь с этой стороны мы зашли. Это проспект Красноармейский. Тут трамваи идут. Магазины Ра, Мария Ра везде по стране. Даже где-то за границей я видал вроде бы. Намордников все идут. Вот сказали, надели. Вот Господь как сделал. А это Демидовский столб стоит. Это памятник тех времен других, которые город строили. А рядом институт. Вот это здание, я в нем экзамены сдавал, еще раз помню. И забрал документы и пошел в строительный техник, в сельхозинститут. А теперь его сделали университетом. Это здание еще тех, оно под охраной как бы находится. Вот сколько машин. Сначала понемногу, а потом дальше пошло. Вот оно как. Вот он трамвайчик. Это 7-й номер. Пошел на гору. Этот идет туда, а этот обратно как. Это 5-ка идет со старого базара. Это Мария Ра. Крупный владелец. Люди идут, покупают все, что нужно. Видите, разные люди здесь. Мы сейчас разворот сделаем. Такое длинное платье бывает у восточных народов или у цыган. Приятно посмотреть. Вот мы вышли сюда. Но я его не буду на морник брать. Вот оно все продается. Семена продают. Все у них тут есть. Пожалуйста. Богатство какое. О! А дальше это повар, там голуби сидят. Дом семян. Это все старинные дома. Всех людей под... Давайте это без намордников. Серьезные люди. Считай город. Это газета такая называется. А вот Дмитриевская церковь. Вот здесь. Прямо на... Это базар. Нет, это не базар. А может и базар. Это место Старый базар называется? Нет? Старый базар туда дальше. А, понятно. Благодарю. Что тут написано? За что штрафует-то? Расклейка объявления. Штраф 5000. Еще себе. Так, пойдем. Ну, здесь автобус разворачивается, уходит много. Все надели намордники. Называется как-то повязка или как. Везде какие дома большие. Это все. Это похоже к церкви отдали вот это вот. Ну да. Церковная ограда. Давайте-ка посчитаем. Город Волновый. Ну вот так все. Прошли дальше. Здесь потому много машин, что... Конечная остановка у многих, разворот делает. Видишь как? Там голуби. Это площадка церковная, похоже, игрушка. Там детям нужно было играть. Столовая минутка. Красивый город Барнаул. Не знаю почему, так кажется. Я был во многих городах. Сотни. До Владивостока, Камчатку и Лиссабон, и в Америке. А вот здесь всегда душа отдыхает. В Америку бегут. Я приехал, там 2 месяца был, в 92-м году, июль-август. Я не мог дождаться, когда я выйду назад. Тут на этой улице не были, я маленько покажу.
покажу, что здесь есть. Это похоже детский садик. Видите, как красиво все обихожено. Ну да. Благослови их, Господи, чтобы дети не терялись. Всего хорошего. С Богом, труженики Господни. Видите, сажают. Здесь все будет свести, благоухать. Большое внимание к красоте города уделяет глава администрации. Видите как? Вот мы прошли сколько? Это клиника. Вот клиника. Прямо написано клиника. Ну вот это старинное еще тут здание было. Ну, чем на мордочки надели? Что ты делаешь тут, а? На цветочке-то. А кто не брать будет, а? Ураганчик. Парикмахер, а то есть делающий парики. Париков нету, а название осталось. Парикмахерская. Виртуальный магазин. Много. Вот это я бы никогда сюда не зашел даже. Хоронить надо просто-просто. Никаких обивки, ничего не было. Какие не найдешь? Вот, интим товары. Это какая-то пакость. А почему тут она в городе-то? Официально? За что у нас? Улица Пушкина. Химреактивы. Ну, это такое дело. Ну, вот пакость-то это. Реклама, печать, вывеска, почта СССР. Валентина. Это что-то с хозяйкой, видать. Вот такой на магазин. Там всякие разные. И написано его 24 наживка. И рыба. Значит, тут что-то рыбное. Рыба большая попалась. Ну-ка, давай. Памятники. Ой-ой-ой. Памятник, гранит, мрамор. Есть запчасти, ремонт бытовой техники. Фабрика конфет. Буква К, как будто там лишняя. Она не лишняя, но так кажется. Пойдем. Ну и все, тут больше ничего нету. Там мы выходим уже на эту площадь, где были. Говорят, здесь храм когда-то стоял самый большой в Барнауле. А сейчас вот машины идут. А там это вот старый базар. А вон там дальше это лестники, по которым мы поднимались. Вверху. Там храм был, смотрели. Ну, я не знаю, даже я гляжу, там на солнце ничего не видать. Только рыбажи. Подожди, подожди маленько, вот так. Это дом старый. Мотоциклисты. Полиция. Ой, сколько машин здесь. Вот сейчас посмотрим улицы. Ох, какой боевой. Боевой, видать. Это что? Указ Президиума Верховного Совета СССР. О награждении Героя Советского Союза Гвардии капитана Плотникова. Второй медаль «Золотая звезда ПА». Естественно, должно быть. За образцовое выполнение боевых связаний, борьбы. Так, ну, больше дальше. Плотников. Павел Артемьевич. С его тетей я работал вместе. Она не могла уйти с военного завода, а там вода, в воде приходилось. И она ему сказала: Паша, ты там с
скажи директору, чтобы уволил меня. Они увольняли уже даже после войны. И ее сразу уволили. То есть знатный человек. Вот где мы были наверху, сейчас я покажу, а там городская главная вышка. А это где мы поднимались. Это площадь, где мы были. Пошли. Вчера мы снимали. Ну, до сюда мы не дошли. Вот так. Это улица Пушкина. А мы там по Ползунова шли. Ну, это тот самый садик. Как сказать, площадочка такая. Здесь жертву политических репрессий вот за этими. Вот он как раз и видать его даже. Все, расстреляли. Господи помилуй. Пришли к власти. Горлохваты, все погубили. И опять же, без воли Божией ничего бы не было. Господь допустил. Потому что Бога не искали. Вот машины где стоят, вот даже поставить негде. И едут в Америку. А зачем в Америку ехать, когда своя земля здесь? Сидят там из дудочки, кока-колу пьют, поносят свою страну, как я знаю. Я считаю таких людей предателями. Я там был, не знал, когда вырвусь оттуда. Так я как политзаключенный мог быть там, как диссидент. Меня и спрашивали, мол, не желаешь ли остаться? Там что-то было такой разговор. Никак. Я не мог вырваться. Скорее. Вот так. Подожди-ка. Я посмотрю это. Ураган, ты меня сбиваешь. Вот она. Статуя. Это с этой стороны.